Всем привет! Сегодня в ролике я вам покажу крутой скрипт для Tapper Simulator. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылка на него и сам скрипт, как всегда, будут в описании. Первым делом, что нам нужно сделать, это, естественно, скачать и открыть чит. И после этого нажать на кнопочку Inject. Ждем, пока мы заинжектимся. Все отлично. У меня получилось заинжектиться. Значит, смотрите, у кого вдруг инжект не сработал, что мы делаем? Заходим в настройки и выбираем здесь версию инжекта. Есть версия 2.0 и вот другая какая-то. Вот с какой-то из них пробуйте, и у вас получится заинжектиться. Так, и после этого вставляем скрипт в сам чит и нажимаем кнопочку Xcode. Ждем, пока появится скрипт. Так, и где он? Вот, все отлично. Вот он появился. Немножко, конечно, долго загружал, но ничего страшного. В принципе, функций здесь довольно мало, но в основном они самые основные. В принципе, других функций и не нужно больше, потому что это кликер. Так, первая функция — это автоклик. Включаем. И, как видите, за меня автоматически начинают кликать. Давайте пока выключим. Также здесь есть автооткрытие яиц. Давайте посмотрим, сколько оно стоит. 500 кликов. Ну, довольно дорого. Значит, есть еще кнопочка автоколлект ревард. Давайте попробуем. По идее, он должен собрать награды. Но почему-то не собирает. Возможно, не работает. Ладно, в принципе, эта функция особо-то и не нужна. Можно просто подбежать и собрать. Так, все, мы собрали. Значит, давайте включаем автоклики и смотрим, где здесь находится реберстон. Так, здесь есть трейд, но пока он нам не нужен. Так, это магазин. Это задание получается. Давайте соберем это задание. Награду, то есть, заберем. Так, а где в итоге реберстон? Что-то я их не вижу. Странно. А, вот, все нашел. Так, значит, смотрите, я могу сейчас 5 реберстов сделать. Значит, заходим во вкладку реберст. Здесь пишем 5 и включаем. Сейчас должен сделаться автоматический реберст. Так, еще раз давайте 5 напишем. И почему-то у меня не работает. Странно. Ладно, давайте сами сделаем пока что. И напишем сюда один реберст. И включим. Все, ждем. Да, все заработало, отлично. Короче, смотрите, получается, когда пишете здесь количество реберстов, которые вам нужно, не нажимайте потом кнопочку Enter. То есть, смотрите, что нужно сделать. Значит, надо сначала написать циферку, и после этого нажать на кнопочку автореберст. И тогда у вас получится его сделать. Вот, а если вы пишете, допустим, 5 и нажимаете Enter, то он почему-то слетает. Вот, но самое главное то, что это работает. Отлично. Давайте выключим, опять включим, чтобы по одному реберсту пока что делалось. Хотя нет, давайте выключим. Откроем сейчас какое-нибудь яйцо, чтобы у нас умножение на клики было больше. Так, значит, здесь выбираем название яйца. Нам нужно Basic. Ищем его. Все, нашли. Отлично. И включаем. Ну, слушайте, довольно быстро купились яйца. Прям буквально за одну секунду 3 яйца купилось. Ну, это круто. Либо мне просто показалось. Значит, есть также кнопочка Auto EQ Best. Нажимаем. Да, тоже работает. Отлично. И давайте еще откроем пару яиц. Ну, как видите, открытие очень быстро происходит, это круто. В принципе, будете экономить очень много времени. Также мы вот мне 2 прикольных пэта выпало сильных. Это получается самый редкий в этом яйце. Отлично. И теперь за клик я получаю не 1, а 132. Это очень даже круто. Так, смотрим, сколько я реберстов могу сделать. 25. Окей, давайте попробуем сделать. Значит, здесь пишем 25. И включаем.
Так, ну 25 у меня почему-то не получилось сделать. Сделал он поменьше, по-моему, 5, если не ошибаюсь. Но теперь долго придется копить, скорее всего. Давайте попробуем 15 тогда. Так. Все, я накопил. Делаем. Получится 5 сделать или нет? Так, почему-то не делает. Давайте 25 попробуем. Что-то не работает. Странно, как-то эта функция работает, но самое главное, что она работает. А, также здесь есть автореберст, но, как понимаю, это за робоксы. Да, это за робоксы. Понятно. Давайте 50 сделаем. Его уже, кстати, на 50 реберстов накопил. Включаем. И сделает он или нет? Почему-то не хочет делать автореберст. Не знаю, что там сломалось или нет. Возможно, он делает только по одному реберсту. Хотя сейчас даже один реберст не делает. Возможно, либо я сломал, либо просто автореберсты работают неправильно. Давайте еще раз 50 напишем и включим. Нет, почему не работает? Ну ладно. А, давайте тогда сами сделаем. Все отлично. Получаю почти теперь по 1000 за клик. А, можно, в принципе, дорогое яйцо открыть. Вот это вот за 75. Но перед этим давайте посмотрим другие функции. А, значит, есть еще телепорт. Допустим, выберем вот этот остров и телепортнемся. И, как видите, это работает. А, также здесь идет умножение. 5,5 m кликс, то есть 5 миллионов 500 тысяч мы получаем за клик умножение. Это очень круто. Как видите, я телепортнулся без покупки, получается, этого острова. Как это вообще работает, давайте посмотрим. Тут, скорее всего, нужно покупать их. Да, тут, получается, смотрите, покупаются телепорты за клики, но, как видите, я его не покупал и смог телепортироваться. Давайте тогда на самый последний тпхнемся. Здесь умножение, естественно, еще намного больше идет. Ну, естественно, на это яйцо у меня не хватит. А, давайте, значит, тогда вернемся сейчас на спавн. Так, нет, это не спавн. Ладно, получается, на спавн можно вернуться только через телепорт. Так, все, мы вернулись. Отлично. И давайте самое дорогое яйцо откроем, то есть вот это, на этой локации. А, это крафты. Извиняюсь, не туда подбежал. Значит, идем дальше. А, вот, допустим, за 40 миллионов кликов. Окей, значит, что мы делаем? Так, заходим сюда. Удаляем, получается, вот этих питомцев. Все, отлично. Этих, в принципе, тоже удаляем. Они нам не нужны. Так, а почему-то они не снимаются? А, все понял, потому что у меня функция включена. Все, теперь можно снять. Отлично. Их тоже удаляем. И сейчас будем покупать яйцо за 40 миллионов. Так, как оно называется? 5M-ЕК. Получается 5 миллионов яйцо. Название у него так. Значит, ищем его здесь. Вот, все нашли. Отлично. Заходим в пэтов. И включаем. И смотрите, с какой скоростью мне выпадают питомцы. Но я считаю, это круто. Это очень круто и очень быстро. Времени вы очень много сэкономите. Все отлично. У меня сразу за буквально минуту забился полностью весь инвентарь, как видите. А, включаем функцию Auto EQ Best. Все самое хорошее, получается, у меня наделись. Отлично. И теперь я получаю 2 миллиона за клик. Естественно, если я телепортнусь на самый последний остров, я буду получать еще больше. Так, посмотрим, что тут еще есть. Так, ну, больше по функциям, как видите, ничего нету. А здесь, как я понял, можно крафтить питомцев. К сожалению, в чите этого нету. Возможно, добавят попозже. Так, здесь у нас что за машина? Стар какая-то, крафтинг. Давайте попробуем вот этого вот запихнуть. А, тут объединять их надо, получается, как я понял. Все, я понял, это, короче, работает как в пэт-симуляторе с дарк-машиной. Так, здесь у нас что? Шайни. Давайте попробуем шайни сделать.
Делаем со 100% шансом. Ага, и мне гемов не хватает. Прикольно. Ну ладно тогда. В принципе, кто много играет, я думаю, у вас гемы уже есть. Можете спокойно это делать. Давайте награды соберем. И последний раз тпхнемся на последний остров. Посмотрим, сколько сейчас будут давать там за клик. Ну, как видите, естественно, сейчас еще больше дают. Но мне на это яйцо до сих пор не хватает, потому что нужны пэты, конечно, посильнее. А здесь какие-то апгрейды есть. Получится сделать или нет? Нет, почему-то не получается, потому что закрыто. Написано, нужно улучшить остров какой-то. Не знаю, как это точно переводится. Ну ладно, в принципе, не суть. Ну, вот такой скрипт я для вас сегодня нашел. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Эйсбан. Всем удачи и пока.